Всем привет, друзья! Очень рада видеть вас в гостях на своем канале. И, наконец-то, в наших магазинах FixPrice появились нашумевшие новинки этой недели. И я спешу вам про них рассказать. Новинок очень много разных, но начнем мы с вами для разогрева шашек, для обработки помещений и плодово-ягодных культур. Это шашки Домакур, стоят они 77 рублей и подходят для стимуляции роста растений и плодообразования, для окуривания парников, теплиц, а также дезинфекции овощехранилищ. Появилась новая коллекция кошельков. Стоят они пока 199 рублей. По функционалу точно такие же стандартные кошельки. Несколько кармашков, большое отделение. Но вот посмотрите, дизайн изменился и выглядят такие кошельки довольно мило. Большая вместительная косметичка. Она полностью прозрачная, одно большое отделение, на молнии цена 199 рублей. В магазине по улице Восстания просто огромный выбор летних шорт. Стоят они 249 рублей. Материал, конечно же, это полиэстер. А сразу хочу отметить недостаток этих шорт. Они очень сильно мнутся. Вы просто посмотрите, насколько они мятые. Имеется декоративный поясок, который можно завязать в бантик. Ну, а также несколько расцветок, и все они приглушенных оттенков. Еще одна новинка из серии одежды – это брюки, тоже полиэстер. Брюки, знаете, они как будто слегка плиссированные. И тоже у них есть один минус – могут оставлять на себе затяжки. Это вот такой характерный материал. Расцветок много, есть светло-бежевые, есть бордовые, а также черные. В отделе заметила интересную новинку, это биоразлагаемые контейнеры. Цена на них 149 рублей, объем 1 литр 400 миллилитров. Это пищевые контейнеры с крышкой, которая хорошо герметично закрывается. А в чем фишка, как заявляет производитель, если вдруг где-то на природе вы оставили этот контейнер, забыли, то никакого вреда окружающей среде он не нанесет. В течение времени он просто разложится на мелкие составляющие и никак не будет загрязнять окружающую среду. Появились новые эмалированные кружки, причем в интересном оттенке, серовато-коричневом и вот в такую мелкую светлую точечку. Но, к сожалению, цены на эти кружки пока не было. Красивые стеклянные бутылки, и произведены эти бутылки в Турции. К сожалению, объем не указан, но мне кажется, тут примерно литр. Представлены они в разных вариантах расцветки, отличаются дизайном именно самой стеклянной колбы, а также цветом крышки. Цена 149 рублей. В отделе с вкусняшками заметила интересную новинку. Это шоколадные вафли с белой начинкой. Цена 27 рублей. Растворимый какао-порошок от фирмы MAC Choco. Цена 99 рублей за пакет. Ну и переходим мы с вами во второй магазин нашего города. И тут среди кухонных новинок я заметила пластиковые бутылки. Причем это пластиковые бутылки для воды, в составе которых отсутствует бисфенол А. Цена 99 рублей. Продаются они в ярких кислотных оттенках. Это ярко-желтые, насыщенно-розовые. Ну и самый спокойный оттенок – это голубой. До сих пор в продаже продаются составные минажницы из опалового стекла. Этот наборчик состоит из трех маленьких емкостей.
Ну, я думаю, вы уже давно успели изучить этот товар, но вот в наших магазинах они пока в большом количестве на полках представлены. Еще одна эмалированная новинка, и это эмалированная кастрюлька. Цена 299 рублей, и тоже она в таком черно-коричневом оттенке. Выглядит очень стильно, сейчас такая посуда супер популярна. Объем у нее практически 1,5 литра. Можно использовать для тушения овощей, можно, например, варить супы, но только в эмалированной посуде, естественно, нельзя варить молочные каши, потому что они пригорают. Ну а так посуда выглядит очень стильно. Полезная новинка для сезона заготовок. Это большая воронка, при помощи которой можно раскладывать варенье, наливать компоты. Эта воронка с широким горлышком, изготовлена, естественно, из пищевого пластика, цена 27 рублей. Также есть несколько новых вариантов стандартных тарелок. Это суповые тарелочки. Украшены они вот такими изображениями овощей и зелени. Новые стеклянные стаканы. Производитель Гусь Хрустальный. Продаются они в двух цветах. В зеленом цвете, а также в красном, дополнительно украшены изображениями фруктов. И из этой же серии продаются большие стаканы, тоже такая же коллекция, в таких же цветах. Насколько я помню, цена на них 55 рублей. Большой повторный привоз пластиковых контейнеров. Это контейнеры прямоугольной формы. Закрываются они на крышку с защелками, объем 1 литр 300 миллилитров. Много в продаже различных детских наборов, это 3D-пазлы, фрески. Если вас интересует данный раздел магазина, пожалуйста, напишите в комментариях, снять ли вам подробный обзор или нет. Новая коллекция мужских кепок за 199 рублей. Стандартные кепки, есть регулировка по обхвату головы, продаются в разных цветах. В основном это черный и несколько оттенков коричневого цвета. Домашние тапочки, мягкие тапочки на вспененной подошве. Цена на тапки теперь 249 рублей. Но представлены они в разных размерах. Например, в сером цвете в основном это мужские размеры. Ну и в ярких расцветках это женские тапочки. В отделе с товарами для автомобилистов нашла новые пластиковые держатели для телефона в салон автомобиля. А еще появились в продаже велосипедные фонарики, цена 149 рублей. Деревянно-фанерные ящички на колесиках за 299 рублей. Это та самая коллекция «Африка». Маленькие ящички, как заявлено на этикетке, можно, например, тут складывать тетрадки, какие-то мелкие предметы. Единственное, возникает у меня вопрос, зачем на этих ящиках колесики, но вот такая фантазия у китайцев выглядит вполне интересно. В этой коллекции есть, например, как ящики с дизайном в ромбик, а также с мотивирующими надписями.
Среди домашних новинок нашла набор, состоящий из пластиковой щетки для пола с совком, причем совок также на длинной ручке. Цена 149 рублей. Друзья, до сих пор в наших магазинах можно найти в продаже акриловые органайзеры. Например, вот такие большие длинные органайзеры за 199 рублей на 3 отделения, которые прекрасно подойдут для хранения ватных палочек, ватных дисков и другой косметической мелочевки. Маски для сна. Представлены они в разных вариантах. Это и кошки, и единорожки, просто маски с тропическим принтом. Цена 99 рублей. Владелец бытовой химии также заметила новиночку. Это новый пятновыводитель, который подходит как для цветных, а также для белых вещей. В составе отсутствует хлор, так что не должен разъедать ткань. Представлен он в удобном флаконе с пульверизатором. Из африканской коллекции также продаются декоративные веточки сухоцвета. Изготовлены они из крученой ивы. Цена такого набора 249 рублей. И я считаю, что это одна из самых интересных и полезных новинок, потому что, как правило, такие веточки в других магазинах с декоративными штучками стоят на порядок выше. Доломитовые горшки за 199 рублей. Выглядят очень стильно. Конечно же, в этой коллекции, африканской коллекции, есть один недостаток, что не для всех интерьеров такие аксессуары подойдут, но все-таки у Фикспрайса за последние полгода это одна из самых обширных и интересных и ярких заметных коллекций. Друзья, пожалуйста, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих новинок. Декоративные фигурки – это мужчины-музыканты, исполняющие, скорее всего, джаз. Изготовлены они из полирезина. Стоят 149 рублей. Еще одна декоративная штучка из этой коллекции – это африканские маски. Цена 149 рублей. Маски представлены в разных вариантах исполнения. Я насчитала примерно варианта 3, но это именно в наших магазинах. Высота примерно 20 сантиметров. Очень красиво они смотрятся по несколько штук. Также, знаете, вот заметила на изображениях к промо акциям этой коллекции очень красивые наволочки. Не знаю, ни у кого пока не видела в обзорах, надеюсь, появятся. Наволочки мне действительно с геометричным принтом очень понравились. Ну что, друзья, вот и подошло это видео к концу. Надеюсь, что оно было для вас интересным и полезным. Если это так, поддерживайте его пальчиком вверх. Мне очень будет приятно увидеть вашу отдачу на мои видео.